Седьмой по счету. В этом году он приобрел статус межрегионального. Фестиваль собрал не только городских солистов, но и коллективы из Павловского Посада и Орехово-Зуево. У нас сегодня в гостях профессиональная исполнительница восточного танца Майя Кукушкина. Она же руководитель студии «Пандоры» из Орехово-Зуево. Она участница всероссийского конкурса по восточным танцам и Всемирной олимпиады восточного танца. Она представит сегодня два номера, разнохарактерные: медленный танец под египетскую песню и под зажигательные барабаны. В этот раз на сцене выступали как и самые юные участники, так уже опытные танцоры. Когда-то танец живота зародился как ритуальный обряд, ведь само слово «живот» означает «жизнь». Именно женщина может подарить новую жизнь и вдохнуть ее в свой танец. На сегодняшний день существует около 50 видов белли-дэнс, и у каждого свои поклонники. Мы из нашего Электрогорска. С каким номером? Мы Венера с вилами. И Аванки, да. Расскажите, волнуетесь? Да, да. Я не очень, потому что я много раз уже выступала. У нас три групповых номера. Волнуетесь, как Ну, ощущение, мы всегда волнуемся перед выходом, это же ответственно, перед зрителями выступить, чтобы все было хорошо, чтобы понравилось, но так, радостное, это все равно удовольствие большое. Участники фестиваля делились своим мастерством и артистизмом с публикой, зрители увидели более 30 номеров. На один вечер талантливые танцовщицы в красочных костюмах и чарующая музыка перенесли в атмосферу таинственности и восточных сказок.